Израильский стартап Redefine Meat собирается завоевать свое место на растущем рынке искусственного мяса. Но в отличие от конкурентов, компания не планирует выпускать замену бургерам или сосискам из мяса животных. Их цель – цельные стейки, а также мясо для ростбифа, гриля или тушения. Основа бизнес-модели стартапа – промышленные пищевые принтеры, которые Redefine Meat собирается продавать производителям искусственных стейков по всему миру. Пока компания не разглашает, сколько будут стоить их пищевые принтеры. Задача разработчиков технологии – уравнять цены на искусственные стейки с ценами на настоящие. Дебют продукции ожидается в конце 2020-го в хай-тек ресторанах Израиля, Швейцарии и Германии. Правда, сейчас принтеры Redefine Meat печатают стейки слишком медленно – максимум 6 кг в час. В следующем году компания планирует выпустить новое поколение машины, которые будут работать быстрее, выдавая до 20 килограмм продукции в час. Считается, что производство искусственного мяса значительно благоприятнее для окружающей среды, требует меньше воды и энергии и выделяет меньше парниковых газов, чем домашний скот. Глава Redefine Meat без лишней скромности называет свой продукт лучшим способом победить климатические изменения и предоставить всему населению планеты более здоровую пищу.